мартышкообразная, человекообразная. У всех мартышкообразных какие конечности длиннее? Немножко длиннее, немножко сильнее. Задние. Вот положение мартышки, макаки, павиана на земле. Скажите, пожалуйста, а вот эта горилла стоит на четвереньках, на двух ногах или как? Вот нижний рисунок. Она на четвереньках стоит. А в чем дело? Почему такое странное наклонное положение позвоночника? А потому что руки намного длиннее ног. У всех человекообразных рука намного длиннее ноги. Поэтому, если опираемся на руки и на ноги, у нас не вертикальное положение, не горизонтальное положение позвоночника, а наклонное. Такое положение называется полубогающееся.